значит, ты стал быть в Казани, наверняка, впервые. Конечно, да. Очень приятно посетить опять Россию после многих-многих лет. А слышали о Казанском федеральном университете раньше? Нет, не слышал, надо сказать. Ну, немножко слышал, но детали я не особенно знал. Я знал больше, когда уже приехал здесь. Мне рассказали, что было много разных институтов, которые были собраны в одну большую университет, который назвали федеральным университетом. Мне очень неприятно увидеть, что это очень развитый университет, и многими студентами виден большой интерес со стороны молодежи. Мне это очень приятно увидеть. Значит, твое впечатление уже успело сформироваться за эти годы? Первое впечатление, да. Отлично. А что касается конференции, какие впечатления оставила конференция? Очень приятно видеть, что со всей России приехало много-много известных ученых, и качество докладов очень высокое, и я считаю, что это очень важно. Такие междисциплинные сборы, где можно услышать много разных презентаций на разную тематику и создать мнение по современным продвигам науки. Удалось ли создать какие-то научные контакты, может быть, для продвижения своих проектов? Да, я здесь познакомился с людьми, которых я хорошо знал по их статьям, и здесь была как раз возможность познакомиться с близко и поговорить по математику. Я уверен, что у нас будет следующая встреча, и это приведет к следующим развитиям. Как я понимаю, за наукой в России вы больше наблюдаете со стороны. И вот интересен ваш взгляд именно со стороны. У меня есть сотрудничество последние 4-5 лет с Петербургским университетом государственным. И мы подавали в этом году на мегагрант и прошли на вторую стадию. К сожалению, не прошло, но в следующем году будем стараться опять. Впечатление очень важно, как извне, мне видно, что очень важно привлекать молодежь к науке. То есть я вижу, что есть какая-то вот последние годы было меньше молодежи было привлечено к науке, и поэтому много центров научно-исследовательских персонаж. В основном люди выше 50 лет. То есть есть большой гап, как бы нет молодежи, которая бы занималась наукой. Это очень важно привлечь новое поколение, чтобы опять, потому что именно молодое поколение может развить следующую часть науки. Вот я вас тоже считаю молодым ученым. А вот что могло бы вас привлечь в России, какие программы могли бы сделать работу в научной сфере здесь, в России, более привлекательной? Я считаю, что основной потенциал в России – это хорошее образование молодежи. К сожалению, молодежь не шла в науку последние годы, насколько я понимаю. И я думаю, это частично может даже вот кризис последних лет может помочь тому, что молодежь станет больше к науке, чем в компании, например, где когда-то больше платили. Поэтому это как-то не очень приятно, но может это помочь науке.